В эфире телерадиокомпании «Русский мир», передача «Наследники Победы». Здесь, в московской студии, автор и ведущий Юрий Бутунин. Здравствуйте. 24 июня отгремели последние ноты праздничного оркестра, и закончился парад, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне нашей Родины. И, казалось бы, и мы могли бы закончить на этом цикл передач, но нет, мы этого сделать не можем, потому что история до сих пор требует своего тщательного изучения и осмысления. Поэтому мы и продолжаем этот цикл, и сегодня мы будем рассказывать об очень интересном человеке, маршале Советского Союза Филиппе Ивановиче Голикове. Казалось бы, это имя не на слуху, вот, по сравнению с теми людьми, которых мы хорошо знаем: Рокоссовский, Василевский, Соколовский, конечно, Жуков, Конев, Казаков. И все же Филипп Иванович Голиков, конечно же, был их соратником. И сегодня мы попробуем восстановить биографию этого знаменитого маршала Советского Союза. Ведь кем был Филипп Иванович Голиков? Ну, во-первых, до начала войны он был начальником главного разведывательного управления Генерального штаба Красной Армии. Об этом мы тоже поговорим. И, конечно, его еще две потрясающие роли, о которых мало кто говорит. В 1941 году по поручению правительства и лично Иосифа Виссарионовича Сталина он отправился в Великобританию и Америку. Это единственный человек с такими высокими полководческими и воинскими званиями, которые принимал Рузвельт, и который и Филипп Иванович выполнил уникальную и главную и очень важную миссию. Это вот то, что и Америка, и Великобритания стали помогать Советскому Союзу в войне. То есть они встали плечом к плечу, а потом был открыт еще и второй фронт. И еще очень важный момент, о котором мало кто говорит, это то, что почти в самый период окончания войны Филипп Иванович возглавил специальную комиссию по репатриации наших бойцов, которые были в плену, и наших мирных жителей, которые были угнаны в фашистский плен. Мало об этом кто говорит, а роль этого маршала в этом деле очень велика. Ну, для того, чтобы более подробно потом нам можно было говорить об этом, я предлагаю сейчас посмотреть сюжет, который подготовила редакция телерадиокомпании «Русский мир», а потом мы продолжим. Филипп Иванович Голиков, военачальник, маршал Советского Союза. В июле 1940 года Филипп Голиков, оставаясь на посту начальника главного разведывательного управления, был назначен главой советской военной миссии в Великобритании и США. Вел переговоры о военных поставках и открытии Второго фронта. Несмотря на трудности в проведении переговоров, уже в августе 1941 года в порт Архангельск прибыл первый конвой союзников со стратегическим грузом. Голиков неоднократно просил у высшего руководства отправить его на фронт, и уже в октябре 1941 года был назначен командующим формировавшейся в Пензенской области 10-й резервной армии. Затем командующим армией Калининского, Брянского и Воронежского фронта. В августе 1942 года был назначен командующим 1-й гвардейской армии на Юго-Восточном и Сталинградском фронтах. На посту командующего Воронежским фронтом провел три крупные операции. В первой из них, Острогожско-Росошанской, войска фронта взяли в кольцо 13 вражеских дивизий. Окруженная группировка была разгромлена. В марте 1943 года Голиков был отозван в Москву и на фронт более не направлялся, несмотря на его многочисленные просьбы. Спустя месяц был назначен заместителем Народного комиссара обороны СССР по кадрам. С
с мая 1943 года должность именовалась начальник Главного управления кадров Народного комиссариата обороны СССР. Одновременно был назначен уполномоченным Совета народных комиссаров по делам репатриации граждан СССР из Германии и оккупированных ею стран. 23 октября Филипп Голиков возглавил управление уполномоченного СНК по делам репатриации. На этих должностях находился до 1950 года. Мы продолжаем нашу передачу. Я хочу представить сегодня внучку маршала Советского Союза Филиппа Ивановича Голикова, Веру Олеговну Шелястину. Вера Олеговна, здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Итак, мой первый вопрос. Я копался и готовился, когда к этой передаче, я нашел фотографии, где Филипп Иванович держит маленькую девчонку на Красной площади и куда-то ведет. Ваше чувство, вы понимали, кто вас ведет? Или это дед и есть дед? Это дед. Это в первую очередь мой любимый дед. В первую очередь. Так сложилось, что второго деда я не знала. Он умер задолго до войны. Его даже мой отец не помнит. Это мой единственный любимый дед. И, честно говоря, я в детстве не осознавала, что это генерал, потом маршал. И, честно говоря, его военной биографией я начала интересоваться, увы, к сожалению, уже в то время, когда деда не было, что называется, доходило своим умом. Ну вот он часто вас так куда-то водил? Он часто с вами разговаривал, общался? Очень часто разговаривал, очень часто общался. Он вообще очень любил семью, любил детей. У них ведь с бабушкой было шестеро, трех они похоронили. Моя мама как раз вот шестой, последний ребенок. Он всегда очень интересовался учебой, интересами, книгами, что ты читал обязательно. Он любил это контролировать. Очень любил приобщать к спортивным занятиям. Он сам был очень спортивен. Мы еще об этом поговорим, а сейчас я хочу вспомнить такой момент. Ведь вы сказали, что он тянулся к знаниям в свое время и вам помогал. Это все понятно, вас контролировал. А ведь в 11 лет он ушел из дома, и ради чего он ушел? Ну, это не то, чтобы он ушел, а он поступил в гимназию в городе Камышлове, которая была достаточно далеко от его деревни. Он родился в деревне Борисово, уральская деревня, сейчас это Курганская область. Потом переезжал по месту службы отца, отец был земский фельдшер, и отцу выделили стипендию для старшего сына. И дед в 11 году, то есть ему было 11 лет, поступил в Камышлове в гимназию, жил на съемной квартире, давал уроки, потому что на жизнь не хватало, естественно, и нужно было платить за комнату. Учиться нужно было только на отлично. Это было условие. Бесплатно обучение. Бесплатно, но учиться на отлично. Да, и, в общем, его школа жизни началась с 11 лет. То есть он был уже достаточно самостоятельным в юношеском возрасте, поэтому в 17 лет он осознанно принял решение вступить в партию большевиков. В апреле 18 года вступает в партию вместе с отцом, а в мае добровольцем в Красную армию. Вот смотрите, я еще послушал его маленькую передачу, даже отрывок из архивов, радиопередачу, где он рассказывает о боях под Москвой, ведь он там тоже принимал самое активное участие. И 10-я армия – это была одна из тех, которые остановили, в общем-то, продвижение. Это Великая Отечественная война, да конечно, очень такие повороты его военной судьбы, они были, я бы сказала, очень резкими, может быть, потому что 6 июля 1941 года он вылетел в Англию,
во главе военной миссии. Мы еще поговорим, но мне очень хочется поговорить о Подмосковье. Ведь там произошел, как отмечает Филипп Иванович, очень важно, там произошел перелом не просто военный, да, а произошел перелом в сознании их бойцов. Вот об этом конечно, скажите, конечно, пожалуйста. Конечно, естественно. Тем более, армия была сформирована. Дед получил назначение в 20-х числах октября 41-го года. Да, армии не было. Страшные времена. Она были. Была на бумаге, и он должен был ее в кратчайшие сроки сформировать. Не сформировавшаяся армия была брошена в район Рязани. Он прибыл в Рязань 26 ноября. Это было самое тяжелое время, да. Естественно. И недоукомплектованная армия фактически с марша. Да, она вступила в бой. Рязанская область, город Михайлов. И, в общем, да, это был первый бой 10-й армии и первая крупная победа. Неукомплектованная армия, которая погнала Гудериана. Вот я тоже. Это прекрасный пример. Это как лучший вообще, один из лучших фельдмаршалов гитлеровской Германии. Русский солдат, мне кажется, да, вот наш боевой дух. А морозы какие были, а снег какой был, да, по пояс. Тем не менее, ну вот за нами Москва, может быть, кому-то покажется это сейчас как такой избитой фразой, я не соглашусь. Тогда это было самое главное. За нами Москва. Тем более направление. Хотели же обойти. Да, в бинокль уже смотрели. И хотели обойти. Рязань – это у нас примерно юго-запад. Южное даже. Это даже южное направление. То есть уже так хотели обойти. И отбросили. Это была большая воинская победа, но это была и победа в умах. Можно гнать, можно. И Михайлов, город, с которым дед очень дружил на протяжении вот послевоенного времени, потом стала дружить мама. Она мне передала эту эстафету. Сейчас я с михайловцами поддерживаю отношения. Мы и с дочерью моей ездили туда. Они помнят деда и чтут. Вот. Это... И как раз он очень подробно пишет об этом периоде. Да, он выпустил книжку уже свою. Книга, да, в «Московской битве», записки командарма. И там, под Москвой, он как раз познакомился с Константином Симоновым. Да. Вот, и тоже эта дружба. Вот очень хороший факт. Я тоже прочитал письмо Симонова к маршалу Голикову, где он с большим уважением и с благодарностью обращается к Филиппу Ивановичу. И говорит, что вот тот роман, который «Живые и мертвые», это же очень интересно. Расскажите-ка, пожалуйста. И вообще отношение Голикова Филиппа Ивановича к Симону. Вот это очень важно. Никто об этом вас не спрашивал. Вы знаете, мне кажется, с большим уважением и с большим доверием он относился к Симонову. Вот эта первая встреча, она осталась у них в памяти. И письмо, вот, которое вы упомянули, я вот просто горжусь, что какие-то черты героев его знаменитого романа «Живые и мертвые», а может быть, даже самого Серпилина, чуть-чуть что-то взял у деда. Но Симонов почти открыто об этом пишет в письме. Продолжались встречи, продолжалась переписка. У меня сейчас хранится письмо Симонова. Там, дед вообще очень любил писать. Может быть, потому что в 18-м году первая его работа уже после того, как он вступил в партию большевиков, заведовал редакцией газеты «Известия» в Камышлове. И вообще все время с карандашом в руке. Он карандашом простым любил писать, не ручкой. И когда вот было путешествие
по Волге, туристическая поездка Москва-Астрахань-Москва, дед написал путевые заметки. Самые простые, там ничего... Но они не изданы, насколько... Нет, они не изданы, но он отправил Симонову, чтобы... Угу. Да, Симонов прочитал эти путевые заметки. Удивительно. Да, и высказал свою точку зрения. Нет, они не изданы. Интересно. Вот, но тем не менее, то есть вот переписка была даже на таком уровне, темы, которые не связаны с Великой Отечественной войной. Хорошо, а как оказался Филипп Иванович в Москве? А мне кажется, он сам не совсем понял, как он оказался в Москве. Так, уже интересно. Вот, мне кажется, на этот вопрос нет однозначного ответа. Потому что он достаточно долго, 10, ну, примерно 10 лет после гражданской войны был на военно-политической работе, но очень стремился к командной. И с 31 года все-таки он был переведен на командную работу, был этой работой очень увлечен, хотя сложное было время, несомненные постоянные переезды из гарнизона в гарнизон. Я тут думаю, что бабушке моей досталось, наверное, с маленькими детьми. Да. Как раз, кстати, был очередной переезд, а бабушке подошло время рожать. Она рожала дома, дед принимал роды. Вот так. Да, он принимал. У него были очень хорошие навыки. Ну, отец-то был отец фельдшер, и он, кстати, дед хотел продолжить дело отца, но революция поменяла, да, как бы эти планы. И так он в каком году он появился в Москве? Он появился в Москве летом 40-го года. Он был переведен из Львова. Да, как участвовал, ну, как раньше говорили, освобождение Западной Украины, да, теперь говорят, польский поход. Вот, он командовал 6-й армией и Львовским гарнизоном, так скажем. Это была хорошо знакомая ему командная работа, и вдруг он получает такое неожиданное назначение. Он сам писал, что оно, в даже общем, не понимал. Неожиданно, не свойственно моему опыту, но приказ есть приказ. Конечно. И он был переведен на должность, сначала называлось 5-е управление, потом это называл просто разведывательное управление, а потом это стало называться главным разведывательным управлением. Там вот как бы такие точные формулировки, это все менялось, генерального штаба. И за год до войны. Вот здесь я хочу сделать маленькое отступление и с вами посоветоваться, и вообще-то поговорить. Потому что, когда я готовился к этой передаче, я, конечно, прочитал много всяких мнений об этой ситуации. И что, так сказать, якобы Филипп Иванович очень боялся докладывать Иосифу Виссарионовичу. И я подумал, что, наверное, это какая-то однобокость. И стал я дальше заниматься изучением. Вот просидел практически всю ночь, посмотрел. И там очень большое количество историков, серьезных историков, не просто которые там в интернете что-то пишут, какие-то блогеры там или еще что-то, как раз говорили противоположное, абсолютно противоположное. Да. И мне бы вот хотелось бы, чтобы вы чуть-чуть рассказали, потому что время было предвоенное, и ведь там были такие, если взять журнал «Посещение Сталина», то там были очень интересные записи, когда происходили разговоры один на один со Сталиным. И после этого вызывались достаточно серьезные люди. И Шапошников, и Жуков вызывался, и так далее. Это говорит о многом. Это говорит кто? Кроме Сталина и Голикова никто не присутствовал, и протоколы не велись. И историки очень, вот такие серьезные историки, очень справедливо, на мой взгляд, говорят о том, что вот там-то и было по-настоящему доложено истинное положение этих дел. Да, увы, к сожалению, вот эта тенденция
такой негативной оценки работы и не только деда на самом деле, а всего разведывательного управления, в общем, работу такого большого коллектива, в общем, сводили на нет. Это началось примерно в 60-е годы. Я это для себя выяснила, в общем, не так давно, когда вот углубилась, как бы погрузилась в эту тему. Есть прекрасные книги серьезных историков, да? Историков, да, разведки, которые как раз опровергают эту точку зрения и считают, что это было связано с той тенденцией, которая была вот, ну, в 60-е годы. Хрущевские, будем говорить так. И вот этот доклад, который был на съезде о культе личности. Да. Нужно было объяснить неудачи первых, лет войны. Нужно было просто найти виновных. Это было сделать легко, потому что все донесения были засекречены. Да. Все не докладывала разведка. Мало того, появились вот эти инсинуации, что он приходил на доклад с двумя папками. Да разве можно прийти к Сталину на доклад с двумя папками? Он же скажет: а это у тебя что за папка? Вот, вот эти интересные факты вы сейчас рассказали. Да, я из интернета. Все равно нет, то, что вот вы оценку такую дали, это очень справедливая оценка. И, ну, это не моя. Ну, все равно, я честно скажу. Знаете. Замечательная есть книга «ГРУ. Испытание войной» и «Секретный фронт Генерального штаба» Владимир Иванович Лотон написал. И там все он как раз разложил по полочкам. А когда стали расшифровывать донесения, а их было очень много, и как раз показано, что разведка, даже была статья, в конце 90-х уже стали появляться такие материалы. Разведка докладывала точно. Почему делало руководство такие выводы? Мне кажется, пока... Мы пока не можем сказать. Нет. Хорошо, и мне кажется, что не случайно. Ведь он владел информацией, внешней информацией. То есть то, что было за рубежом. Конечно. И поэтому не случайно он был и направлен и в Великобританию, и Америку. Давайте поговорим об этом. Это удивительный факт из его военной биографии. Было принято решение о командировании советской военной миссии. Деда поставили во главе, руководитель разведки, не военный дипломат, человек, который не было опыта ведения подобных переговоров. Языка он практически не знал. И тем не менее, 6 июля они вылетели в Великобританию. Из Архангельска. Ну, какие были перелеты, это... Отдельная песня. Это отдельный разговор. Далее летели там почти сутки, почти 20 часов. Соответственно, прибыли в Лондон, они 8 вечером. Вот, у вас даже фотографии есть? У меня есть. Покажите нашим телезрителям. У меня есть фотографии. Это встреча на вокзале в составе делегации. Это посол Российской Федерации в Великобритании. Советского Союза в Великобритании. В составе миссии были военспецы, и заместитель был контр-адмирал Харламов, который потом и возглавил эту миссию до конца войны. Первые переговоры начались уже 9-го. С Иденом была встреча. Даже с Иденом была встреча? Да, была. Черчилль не принимал. Планировалось, но... Не принимал, но дед его слушал, только вот был в парламенте, слушал его выступление. Переговоры шли очень тяжело, потому что, в общем, было недоверие, конечно, к тому, что Советский Союз может выиграть и разгромить. Да, но июль, что было на фронтах. Да. А Советскому Союзу нужна была, конечно, помощь.
да, военные поставки. И сразу было две задачи Сталин поставил перед миссией: переговоры о военных поставках и об открытии второго фронта. По второму фронту ничего не получилось, по поставкам все-таки получилось очень медленно. Очень тяжело, но тем не менее все-таки первый конвой прибыл уже в Архангельск 31 августа. Но переговоры были недолгими. Дед был отозван в Москву для доклада к Сталину. Он прибыл в Москву 17 июля, опять же, был очень длительный перелет, это все через Архангельск, и получил задание лететь в Соединенные Штаты. Адмирал Харламов был оставлен В Великобритании, да. И в Соединенных Штатах были очень... Ой, как же там дорога-то? Как они летели? Они летели через полюс? Они летели через Канаду. Увы, к сожалению, по Соединенным Штатам вообще у меня нет фотографии. Одна единственная на трапе самолета, но это уже Нью-Йорк, но на канадском. То есть они опять летели через северную территорию, да, видимо, через Гренландию там, да, и в Канаду, и потом. И уже и из Канады, соответственно, в Нью-Йорк. Это генерал Репин, который тоже после того, как дед вернулся в Москву, возглавил миссию в Соединенных Штатах. И там он встречался? А там, может быть, еще было. Встречался с представителями бизнес-кругов, с представителями всех военных кругов, встречался с лордом Бивербруком. Ну и кульминация, конечно, это встреча с президентом Рузвельтом. Вы знаете, у нас в семье хранится маленькая такая вот небольшого размера записная книжка, которую дед вел, когда находился в Соединенных Штатах. Это вот его дотошность, скрупулезность. Он записывал туда вот по дням. Да, с кем встречался? Не для отчетов, потому что, естественно, отчеты проходили по другим каналам. Для себя. Там так много личного, там беспокойство о семье. Интересные замечания по поводу качества продуктов. Ему не нравился хлеб, не нравились овощи. Там, ну, любопытно. Ничто не изменилось, я хочу сказать. Да, да. Вы знаете, даже до сих пор, можно это не для эфира, даже до сих пор, когда мы с мужем покупаем хлеб, хлеб сейчас плохого качества, мы всегда говорим: хлеб вата. Это вот у деда в книжке записано. И он очень короткие характеристики давал вот должностным лицам, с кем встречался, и свое настроение. Совершенно потрясающе, по-моему, это можно не комментировать. Настроение матерное, злое. Очень тяжело шли переговоры. Да, встреча с Рузвельтом прошла очень положительно. Вот они рассчитывали на эту встречу. Какие-то подвижки начались, но очень медленно. А в конце июля, в августе еще тяжелее положение было на фронтах. Да, но тем не менее все-таки Рузвельт в начале ноября подписал закон о ленд-лизе, который... Вот, поэтому вот эти первые переговоры, которые он вел, не имея ни малейшего опыта. Он был абсолютно непубличный человек. Его очень раздражало, что в первый день пребывания в Соединенных Штатах его заставляли несколько корреспондентов раз там за руку здороваться. Он не мог этого понять, позировать фактически перед камерами. Все это ему очень не нравилось. И, находясь в Соединенных Штатах, вот он как раз начал, ну, если можно так выразиться, бомбить наше руководство, чтобы его отозвали, он просился на фронт. Очень хороший переход вы сделали. Давайте поговорим о том, как он командовал. И мы вспомним историю Воронежского фронта. Это очень интересно было. Давайте-ка поговорим. Как он получил назначение на Воронежский фронт? Ведь там было очень несколько таких серьезных, очень хороших операций. Ну, что касается кадровых решений высшего нашего военного руководства, а, в общем-то, главнокомандующего, не совсем понятно, потому что, если я смотрела личное дело,
дело деда там могли на неделю назначить, предположим. Вот как его назначили на Сталинградский фронт командующим гвардейской армией. А он, и это есть запись в личном деле, а он ни одного дня в армии не был. Он прибыл, получив назначение под Сталинград, и сразу же новое назначение. Заместитель Еременко. Угу. Вот. И что касается Воронежского фронта, там постоянно были перемещения Ватутин, дед, Ватутин, дед. Но потом все-таки в конце 40, это уже после Сталинградского фронта, он получает, опять его возвращают в Воронежский фронт. И на Воронежский фронт, и вот там как раз в начале 43-го года были проведены три успешные операции. Да. И очень важные операции, переломные. Которых он уже... звание. Такие у меня не очень хорошие. Все равно покажите. Не фотографировался на фронте вообще. Он вообще был не публичный человек. Вот такая фотография Воронежский фронт. А это мы пересняли. У меня маленькая, буквально 3x4. Такая это уже в погоны. Это уже в погонах, здесь пока еще петлицы. А вот после Воронежского фронта его отзывают, и он становится очень ключевой фигурой вообще в Красной армии. Его отзывают после Харьковской оборонительной операции, которая была... очень неудачной. Это война, конечно. Это война. Тем более в 42-м году под Харьковом тоже была очень большая... проблема его. Да и в 41-м была у всех, не только у него, все понятно. Да, его отзывают, и, в принципе, казалось бы, должны быть последовать какие-то санкции. Сталин был непреклонен, а вместо санкций его делают заместителем наркома обороны по кадрам. Наказание с повышением. Вот, честно говоря, мне... Не укладывается в голове. Вот он стал начальником отдела кадров, если так по-современному говорить. Да, сначала он был заместителем наркома непродолжительное время, а потом создается главное управление. И вот он становится начальником главного управления кадров. Ну, это вообще выше даже командующий фронтом, будем говорить так, наверное. Может быть. И как раз фотографии этого периода. Фотография этого периода – это начало 44-го года. Он здесь суров, потому что он просился на фронт. Понятно. И дед, который был, в общем, хорошим службистом, в хорошем смысле этого слова, и готов был выполнять приказы. Но если еще в армии приказы не будут выполнять, да, это не армия. Но здесь он пошел наперекор высшему руководству, и он написал письмо Сталину с просьбой отправить на фронт, объясняя причину этого Харьковского поражения. Письмо было опубликовано с комментариями военных историков. Оно очень любопытно, на мой взгляд, но крик души, эмоции. Раз оно опубликовано, мы обращаем в канал интернет, можете там прочитать. Да, посмотреть. Исторический архив. Это журнал «Исторический архив». Давайте тогда, у нас уже, к сожалению, так это все быстро летит. Давайте еще о заявленной теме скажем. Это тема репатриации. Я хочу прочитать хочу такое есть интервью, которое дал генерал-полковник Филипп Иванович Голиков. И оно опубликовано в ТАСС, главном агентстве. Что ж тут сделать? Итак, он говорит о том, что около 5 миллионов было, в общем-то, военнопленных и советских людей на территории были, по крайней мере, на тот период, это 44-й год, обнаружено, это 11 ноября, и
Основная задача это была их и накормить, и напоить, и вернуть. И там было очень много детей, устроить их в детские дома и санатории. Ну и вот он приводит такой один вопиющий просто пример, что при освобождении Красной Армии недалеко от города Мукачево бойцы отбили у немцев около 200 советских детей в возрасте от 2,5 до 15 лет. 2 месяца немцы таскали их по железным дорогам, стремясь увезти в Германию. Многие дети умерли в пути от болезней и истощений. Причем больных детей немцы убивали. Вот так вот. Ну и, конечно, уникальная его, в общем-то, миссия здесь. И плюс же он еще, его никто не освобождал вот от основной деятельности, да? Нет, вот, нет, он совмещал эти должности. Увы, к сожалению, репатриация, тема мало изучена, да, есть интересные книга даже. Пожалуй, одна интересная книга о репатриации. И там задачи, конечно, у управления были намного шире, чем только вернуть. Ведь он же обращался к Брежневу и Косыгину о том, чтобы ему разрешили издать книгу, и не разрешили. Он к высшему руководству обращался трижды в 60-е годы. Еще к Хрущеву обращался в 64-м году с просьбой разрешить написать книгу. Книгу о разведке, а разрешение нужно было обязательно, угу. Потому что архивы были тогда закрыты. Потом уже в 65-м году он обращался к Брежневу, получив отказ, а в 68-м году, причем у него была уже и рукопись готова, и план-проспект книги, и рукопись, черновой вариант в нашей семье сохранился, и вот только 2 года назад удалось это опубликовать. Угу. Вот. А по репатриации сразу отказали. Тоже. Везде отказ. Везде отказ. Ну, наша передача заканчивается, есть несколько минут, и я хочу вам приготовить сюрприз и спросить. Вот я сейчас нашим телезрителям вот покажу вот эту фотографию, а вы, у вас есть она, вот, да? Вот. Нет, немножечко другой ракурс. Ну, ничего. Немножечко вот другой. Вот и давайте поговорим, это ваша мама? Это моя мама, да. Это бабушка? Это бабушка, это 49-й год, мама закончила школу и поступила на филологический факультет МГУ. Сколько же лет прожили Зинаида и Филипп Голиков? Бабушка умерла очень рано. Бабушка умерла в 69-м году, ей было 68 лет. Дед очень тяжело пережил ее смерть. Познакомились они с бабушкой в 19-м году в Екатеринбурге, когда он работал, ну, сейчас пишут, Свердловский губернский военкомат. Хотя тогда еще Екатеринбург не был Свердловском, но в личном деле записан Свердловский военкомат. Бабушка была машинисткой. В общем, они вместе с 20-го года. Это вот. Почти 50 лет. Не дожила она. Она очень рано умерла, к сожалению, да, в 68 лет. Вот. И ее смерть, и вот те отказы, видимо, которые он получал постоянно, и то, что уже пошли вот такие отклики на работу в разведке, ведь в разведке, ведь это все перешло в какая учебники. Какая стальная женщина? Ну, это, в общем, сказалось на его здоровье, и он последние, наверное, лет 10 очень такой болел и уже был, ну, так скажем, не удел. Понятно. А вот как бабушку-то вы вспоминаете, или как у вас? Вы ее застали, я даже конечно, боюсь? Конечно, конечно. Ну а как же? Вот глядя на нее, мне кажется, она была очень гостеприимной хозяйкой. Она, наверное, какие-то у нее были фирменные вот блюда. Вот фотография бабушка с дедушкой, мама и мой папа, мои родители. Мы жили вместе на улице Грановского. С семьей мама была младшая дочь, ее от себя не отпустили. 2 старших сына, они как бы ушли, да. А вот были какие-то семейные традиции? Семейные традиции. Гостей как он встречал? Обязательно семейные традиции, как всегда, застолье, совершенно русский стол. Бабушка была удивительная кулинарка, она все делала своими руками. Пироги. Вот живя на Грановской, она делала своими руками?
Ну, у нас, конечно, была помощница по хозяйству, но бабушка все делала своими руками. Уникальные абсолютно пельмени. А вы крутились возле... А как же? Нее, когда делали пельмени? А как же? Обязательно. Мешал ли? А вот смотрите, были такие моменты, когда вот, ну, раздавался телефонный звонок в квартире, а вы поднимали трубку. Да, когда. А там говорили. Ну, можно маршала? Вы знаете, нет, был так называемый кремлевский телефон. Ну, я понимаю, но все равно. Который нам было запрещено. Ну, понятно. Вот, а по обычному городскому это звонили уже какие-то близкие люди. А многие знали, что вы внучка великого человека, великого маршала? Нет. И что, вы прям не говорили? А зачем? Я нет. Вот... И в школе прям вот у вас была другая же фамилия, и никто почти да, не да, знал. Да, у меня фамилия была по отцу, сейчас по мужу. Да, нет, никто не знал. Вот так нет. Вот. Зачем? Это дед был дед, а я только внучка. Вот. А мама? Кем, чем она занималась, кем она была? Мама закончила вернее, она поступила на филологический факультет, а потом, соответственно, когда был создан факультет журналистики, она как бы перешла. Ну, у нас семейная такая передача. Ну, в общем, да. И мама долго работала в издательстве, она редактор по образованию, а в военной издате она работала. И, кстати, она редактировала книгу Людвига Свободы, который воевал в составе Воронежского фронта. Это тоже были очень интересные общения со Свободой. Вот. А потом она была приглашена на факультет и преподавала на факультете. Ну, в общем, я пошла по ее стопам. Понятно. Я хочу вас поблагодарить за откровенную, прежде всего, беседу. Спасибо. Без всяких уловок и всяких, так сказать, скрытий фактов. Это очень важно и очень правдиво. Итак, я вам просто хочу еще раз сказать, что сегодня у нас был разговор о маршале Советского Союза Филиппе Ивановиче Голикове. А его представляла сегодня внучка Филиппа Ивановича Вера Олеговна Шелястина. Вера Олеговна, с праздником, пусть он прошел, но этот праздник никогда не проходит в нашей душе. Согласитесь нет, с этим? Нет, нет. У нас какие-то праздники ушли, а какие-то появились новые. А 9 мая – вечный праздник. Вот да. Даже я возьму на себя такую смелость продлить чуть-чуть время и задать вопрос, что было 9 мая для деда и как вообще отмечалось это? 9 мая, ну, вы знаете, до 65-го года парадов ведь не было. Ну, понятно, да. Но все равно отмечалось же это, да. Отмечалось, естественно. Собиралась семья обязательно. Вот, были какие-то знакомые сослуживцы, но я тогда маленькая была, ну, наверное, не все вспомню. Потом, когда начались парады, бабушка уже к 10 утра пекла пироги, и мы садились пить чай с ее пирогами. Вот запах я просто вот вспоминаю. Здорово. На даче пироги пекли в печи. Это совсем другой вкус. И она могла печь прямо в печи? Да, конечно. Конечно. Ну, если хочешь быть женой маршала, то выходи замуж за красноармейца. Поэтому... Хорошие и очень правильные, и очень древние слова. Да. Ну что, уважаемые телезрители, на этом я с вами прощаюсь. До следующих встреч. Всего вам доброго. До свидания.